Массовые протесты продолжаются в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Манифестанты выступают против изменения положения Конституции, которое бы позволило действующему президенту Блезу Компауэре баллотироваться на новый срок. В среду демонстрации проходили достаточно мирно, во вторник же стражи порядка пытались разогнать манифестантов. С начала недели в Уагадугу были ранены несколько человек. Законопроект об увеличении президентских сроков до 3 парламент должен рассмотреть сегодня. Очередные выборы главы Буркина-Фасо пройдут в будущем году. Компауэре является ветераном политической сцены Африки. Он сохраняет за собой президентский пост с 1987 года.